Всем привет, друзья, и мы с вами продолжаем выживать Last Day. У меня хорошие новости, у нас сегодня будет, опять же, конечно, рейд. Рейд за рейдом, друзья, мне нравится ходить на рейды, тем более охота получить желтые карточки, чтобы обменять бункер Альфа на халявные 204. Сегодня я, конечно, подготовился, я уже отправил наших рейдеров на глобальную карту. И у меня с прошлого раза осталось очень много топоров. Если честно, я не знаю, что там за база. Название базы, по-моему, у нас такая была. База называется у нас Гхост. Просто Гхост. Да, вот было до этого Гхост. Гхост. Господи, сейчас, короче, на глобальную карту выйду и вам покажу. Вот эта база. База была у нас такая. Гхост. 104, по-моему, у нас была. А сейчас просто без 104. Поехали сразу на нее. Я не знаю, взял одну C4. Если что, ну, придется дома умереть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, как это работает? Я опять забыл про эти коклеты. Надо где-нибудь на лбу написать «Коклеты, сожри банана». А здравствуй, база ты моя, покажи-ка ты себе. Блин, база у нас деревянная. Значит, я зря взял с собой сишечку. Может быть, где-то там будет спрятано, но я не знаю. Ладно, поехали прогуляемся. Что у нас тут вообще за вид? У нас здесь welcome. Ну, по дверям, наверное, мы и пойдем. Смотрим, база у нас деревянная, 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 да? Ой, смотрите, нифига, первый уровень. Вот жалко, я не взял, конечно, топориков простых. Я взял вот такие топорики. Ну и чё, куда нам тут? Давайте сюда влупимся. Чё поделаешь-то? Я все равно не знаю, куда влупить. О, два сундука, это хорошо. Есть еще деревянная стеночка. Давайте посмотрим, что у нас в этом сундуке. Как раз. И попробуем в эту стенку влупить, не знаю. Ёшкин матрёшкин, друзья, я нашел, смотрите, сколько топоров. 7 топоров плюс. Плюс 7 железных топоров, друзья. Мы в прошлый раз вынесли, я не помню сколько. И сейчас же еще раз у нас повторяется. Ничего себе. Давайте тогда я возьму разрушители. Мачете мы возьмем, трубу. Ну и как раз немножко. Ну, ломанный, да. Но это все-таки огнестрел. Ну и, блин, наши топорики. Ха, я, считайте, вообще ничего практически не потерял. Блин, да, жалко, что я взял непростые топорики. Тут, тем более, можно было простыми пройти. Но все-таки это имбово. Это, друзья, имбово. Закидываем тогда разрушители. Мачете сюда кидаем. Вот так вот. И давайте, наверное, М-ка у нас целая. И дробовик сюда кинем. Все остальное пока что будем таскать. Все равно сейчас волну вызывать. И будем, наверное, умирать. Вот так вот. Потом вернемся и, конечно, продолжим сразу дальше рейдить. Неплохой сундук. Это неплохой сундук. Мне понравился такой сундук. Побольше бы таких сундуков. Вот это еще сундук. Вау, 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 вау. Друзья, я нашел себе. Так, эту стенку мы не ломаем. Вот эту стенку сейчас с другой стороны зайдем мы тогда. И там сразу же посмотрим. Если тут стол разборки, значит тут что-то разбирается. Здесь каменка, значит тут камни находятся. Сейчас посмотрим все полностью. Пойдемте с другой стороны, где я и говорил welcome. Но здесь, наверное, есть где-нибудь простая деревянная стена, как там. Не буду гадать, не буду бегать. Давайте сразу в дверь воткнемся и посмотрим, что у нас здесь есть. Давай, ломай маленький. Опа, Степа. И у нас получается здесь еще много сундуков. Иди, пузырек, ко мне, пожалуйста. Вот тебе налюлейкал я тебе немножко. Друзья, я взял с собой простых топоров. У меня все равно сета здесь нету. Где у нас тут кувалда? Я взял простых. Ну, чтобы железный не тратить на всякие пожарные, пускай они у нас остаются. Если, конечно, у нас не хватит, ну, придется потратиться, ничего страшного. Ничего страшного такого у нас и нету. У нас такое, да, так. И все, и самый маленький стал. Ладно, не знаю, если вы поняли, о чем я сказал это. Здесь у нас есть каменные блоки, есть... О, там и были камушки. Здесь у нас находится... Ё-моё, друзья. Ё-моё. Ё-моё, что это такое? Это самый бомбезный рейд, друзья. По ресурсам, да, я так скажу, по ресурсам самый бомбезный. Вы посмотрите, 23 дубовых доски, 20 простых досок, да?
топорики пока временно я сюда скину, чтобы побольше сюда принести. Ну, я не буду ведь по два стака бегать туда-сюда. Сейчас возьмем все, что можно, и унесем туда. Досочки надо забирать. Досочки хорошая вещь. Я в прошлый раз или позапрошлый раз я не брал доски. Мне пришлось выкинуть и делать выбор, что мне брать, а что оставить. Так что досочки у меня улетели в прошлый раз. Вот так вот мы делаем. Хороший лут. Хороший, друзья. Хороший. У меня просто нет слов. Это просто супер. Ресурсы нам пригодятся, конечно же. Здесь у нас что еще есть? Дерево. Ну, дерево как бы нам нафиг не нужно. Здесь у нас дальше железо появилось. Ёшкин-матрёшкин. Все, я разобрался еще с одной волной. Там у нас, по-моему, еще одна волна осталась. У меня кувалда, конечно, тут гулькин нос, но, надеюсь, хватит все, чтобы у нас получилось разобрать, что у нас здесь получается тогда. Здесь у нас есть железные пластины, друзья, даже аж на 3 стака железных пластин, немного железа, гвоздей целый стак. Это надо забирать, это надо забирать. Знаете, что мы сделаем с вами? Давайте мы разобьем сундук, какой-нибудь тот, который у нас здесь сейчас внутри находится. Я туда скину топоры просто-напросто, и потом буду, если что, подходить и брать эти топорики отсюда. Ломаем тогда вот этот сундук. Закидываем туда топоры. Ой, ё-моё, вы посмотрите, что творится. Тут еще ровно 100... 100... Так, 100 кожи, да, 100... 100... Да ёб твою мать. 100 штук кожи, блин. Я не могу договорить просто-напросто. 100 заладил. Вот ты молодец-то. Ладно, досочки еще стак закинем тогда и пойдемте смотреть дальнейший. Там еще немножко сундуков осталось. Я, правда, медленно стал двигаться, потому что у меня нет сета. Сет, как видите, он у меня сломался. Вот это я забираю. Хорошо, вот это я забираю, это я забираю. Есть так, гвоздей тоже возьмем. Насчет алюминиевых шоколадок я не уверен, тут всего 3 штучки. Ну, пока пускай будет, пока пускай. Потом, если что, посмотрим. Еще 18, еще 7 я возьму, да. Или нет. Давайте лучше стаки брать, а то так места у нас вообще не хватит. Здесь у нас что в этом сундуке получается? Здесь есть немножко спирта, угля, есть бензина. Кстати, бензин я бы вылил бы. Есть часики, 17 штук, хорошо, я тоже возьму, пускай на разборку. Есть у нас транзисторы, блин, я долго читаю, да, транзисторы у нас есть. Стак целый, аж на... нет, не буду брать. Есть изолента, изоленту надо брать, изолента дома немножко подзакончилась. Блин, да вы посмотрите, что тут творится. Давайте это я скидываю тогда. Железный топор тоже скидываем. Ключики есть, да? Есть еще 2 стака транзисторов. Да вы чего? Я просто потом сюда больше не смогу попасть, в это помещение. Вот сюда, вот где эти сундуки. Мы просто-напросто сюда не прибежим. Правда. Я не смогу сюда прибежать, потому что все, тут громила уже будут бегать. А там мы хотя бы будем в закрытом помещении. Что у нас здесь получается? 3 доски. Это я выливаю. Это можно выкинуть. Угу. Тетери-тери, трали-вали. Давайте телефоны сюда закинем. Это еще посмотрим, может быть, оставим. Вот это, вот эти 3 дубовых. Насчет часиков тоже пока не знаю. Ну, часов, ну нормально. Часов у нас там хватает пока. Но все равно надо брать. Ресурсы с них хорошие падают. Пока есть, надо брать. Давайте скинем тогда бутылки, скидываем. Угу. Мы скидываем тогда с вами что? Пока не знаю, что мне еще скидывать. Давайте вот этот сломаем. У нас сейчас все равно еще 3-я волна пойдет. Ой-ой-ой, что творится. И тут у нас еще 6 бензина. Ёпрысоты. Все, с последней волной я разобрался. Кувалда у меня отлетела. То есть я могу сюда за место кувалды что-то запихать. Можно глок поставить просто-напросто. И пускай стоит. У нас плюс будет еще одна ячеечка. Вот так вот, хлоп. Бензин надо унести в чоппер. То есть бензин, чтобы нам не мешал. В инвентаре, да, мы его уносим в чоппер. Как раз я бутылки дома скинул. Все. По-моему, нормально. Если я так считаю. Если нет, друзья, пишем в комментариях, что не так я опять делаю. А, вот так вот, да. Пускай будет так звучать. А, смотрим, у нас последний сундук на этой стороне находится. Ломаем сразу же его. И
Он пустой, да вы чё? Мы здесь все заберем, кроме вот этого сундука, так как я, блин, ну вы видите, да, я голожопый, и мне в скором времени нечего будет. Так, что я несу? Чё нечего? Друзья, не знаю, у меня что-то голова отключилась, мозг. Не знаю, что я сказал. Досочки я забираю тогда. Это я скидываю. Есть у нас еще топорики. Топориков у нас куча. Если что, возьмем кожу просто-напросто. Ломаем тогда давайте вот этот сундук, так как он у нас напротив окна. И здесь, получается, у нас есть плотная ткань. Плотная ткань, да, это хорошо. Есть еще один сундук, также около окна. Можно его взять, потому что потом уже побежит громила. Ну как потом? Сейчас побежит уже. И... Ё-моё, я морковку возьму, а я буду хавать. Мы будем жить с тобою-то. Иди-ка сюда, маленький, вот здесь будем стоять. Я взял стак, мне хватит покушать. Как раз, хорошо. Отлично, не то слово. Возвращаемся на место сюда тогда, здесь, а поближе вот в этому месту. Ломаем вот этот сундук. Вскрываем мы его, да? Надеюсь, что какая-то броня попадется. Нет, ну в основном какое-то барахло падает. Если что, да, я возьму с собой просто-напросто вот эти железные топоры и сделаю логаут. Все. Здесь я уж не буду... Ой, ну да, база какая-то пустоватенькая. То есть мы топ вещи, топ ресурсы, да, с той стороны уже все забрали. Я так понимаю. То есть здесь на этой базе больше ничего интересного не будет. А нет, нет, я беру слова назад. Есть, друзья, что-то интересное. Это еще да, это да. Дридада, дридадушки, дридада. Это мы сюда запихаем. То есть у нас осталось два топора. Там пару сундуков еще в силе у нас есть. Два сундука еще есть. Как раз, что у нас получается? Мне бы что-то выкинуть. А что мы выкидываем? Давайте, наверное, вот это пока выкинем. Морковку тоже выкинем. У нас, по идее, еще сколько? 4 места есть. 4 места и 2 сундука. Давайте ломаем вот этот первый сундук тогда. У нас... А, у нас топорик, все, да? У нас тю-тю топор. И остался один сундук и один топор. Ё-моё, вот это обжора. Тут морковка, там морковка. Вот это ты даешь, мужчина. Вот это да. Вот это у тебя еды. Ха, вот это офигеть. Можно, конечно, с этой базы просто взять и убежать. Ну, стоит ли того? А если вот у него сейчас сильный удар? Я же отъеду сразу же. О, мясо есть. А он куда побежал? Он побежал на эту сторону. А что я тогда мучаюсь-то? А он бьет? Просто он так тихо бьет, я реально сейчас не слышу его. Ну что, получается, у нас есть мясо немного. Давайте возьмем мясо, можно воды еще взять. А, на той стороне... А, да подожди, стой, там топоры, там топорики, там наши топорики. Это я выкидываю тогда. Берем вот так вот. У нас три места есть. Угу. Три места у нас есть. Чтобы еще выкинуть? Давайте, наверное, все-таки я выкину вот это сюда положим. У нас получается 4 места. С того, да, получается 4 места. Не, ну ключики, да я не могу выкинуть. Не могу я, друзья, выкинуть ключики. Ключики все-таки нам дадут, может быть, какой-то шанс на получение стали. А сталь для нас сейчас на первую очередь. У нас там база совсем чутка осталась, чтобы перенастроить. Что я несу? Я и сам иногда не понимаю, что я несу. И получается, мы забираем с вами 4 топорика. Ты бьешь? Бей, маленький. Достаешь ведь? И так достаешь. Нет, так он не достает. Ладно. Давайте сейчас я еще подумаю, посмотрю. Может быть, даже еще пару глоков я выкину. Хотя нет, друзья. Я все, что взял, то взял. Все остальное пускай лесом тут валяется и остается. Давайте увидимся дома. Мне придется сделать логаут, выйти полностью с игры. И там посмотрим, что мы вытянули с этой базы. База прикольная была, честное слово. Потому что здесь, конечно, нету огнестрела таких, путних огнестрелов. Да, там что вообще? Огнестрел. Но здесь есть ресурс. Ресурс. То же самое, как огнестрел. Огнестрел вам помогает убить зомби, а ресурс построить дом. Давайте посмотрим. То, что у меня здесь, топоры, это мои друзья топоры. Я сюда их забрасывать не буду.
Они уже были отсюда сняты. А то, что у нас здесь есть, ну, тоже, наверное, можно снять. Зачем? На превьюшке топоры. Ну, это же тупо немножко получается. Совсем чутка капелюшечка. Что у нас получается? Так, дробовик. МК. Что интересно, да, МК, блин, вообще целая. Мачка целая. 5 глоков. Ну, ломаный, пускай, ничего страшного. Куда-нибудь все-таки я их запихаю. 2 разрушителя. Железная труба, 2 мачете, немножко бинтиков маленьких. Аптечки, а бинтики, блин, какая разница, аптечки, бинтики. Так, немного мяса, дубовые доски, железные пластины, само железо, железные гвозди. А, 3 стака железных пластин, нифига, я только сейчас обратил внимание. Вот так, опа, Степа, вот так вот. Здесь получается у нас 155 деревянных досок. Это вообще офигенский. Ключик я все-таки забрал, да, помните? Или вы уже видели? Ладно, неважно. Также у нас есть немного изоленты на разборку и красные талоны. Красные талоны, конечно, падают очень плохо. Редко, но метко. Друзья, на этом я с вами буду прощаться. Если вам понравился ролик, поддержите его лайком, подпиской на канал. Все ссылочки вы найдете в описании. Желаю всем чистого неба над головой, приятного просмотра и всем пока-пока!